конце января 2018 года в городе Паланга, Литве, было совершено покушение на вора в законе, калининградского Андрюху Чили. Также в Литве была задержана одна из крупнейших преступных группировок под псевдонимом «Мечи». Из источников правоохранительных органов Литвы поступила информация о том, что в конце июня 2018 года было произведено задержание двух предполагаемых киллеров, покушавшихся на жизнь вора в законе, Андрюху Чили, который чудом остался в живых после четырех пулевых ранений. Все, что известно о предполагаемых задержанных киллерах, это то, что один из них является гражданином России, второй является гражданином Литвы. Имена и фамилии киллеров спецслужбы держат в строжайшем секрете, так как сам факт покушения на вора в законе является опасным для их жизни. Из источников правоохранительных органов стало известно, что Чили начал развивать активную деятельность в Прибалтике, что пришлось не по нраву местным бригадам. Данная информация, как и причина задержания предполагаемых киллеров, покушавшихся на жизнь вора в законе Чили, была получена от одного из членов банды «Мечи», который после задержания банды начал активно сотрудничать с работниками правоохранительных органов Литвы.